Размещение крупногабаритного мусора на контейнерной площадке возможно только в ее пределах. Однако не все отходы можно оставлять на отведенном месте. Жители многоквартирных домов при переезде или ремонте вывозят мусор на контейнерную площадку. Делать так нельзя, поскольку крупногабаритные отходы нужно убирать по правилам, оплачивать и вывозить. Вот этот мусор они должны оплачивать отдельно. То есть брать талоны, оплачивать и вывозить каким-то образом, да. То есть размещение такого мусора, оно не предусматривается на контейнерных площадках. То есть жители должны делать это самостоятельно. Если оставлять такой мусор у контейнерных площадок, будет административный штраф. Для физических лиц от 2,5 до 5 тысяч рублей. Для юрлиц от 15 до 75. За последнее время специалисты привлекли к ответственности 5 магаданцев за размещение мусора на дворовой территории. Вечерний Магадан решил выяснить у жителей областного центра, складируют ли крупногабаритные отходы в их дворах. Да, бывает. Нет, у нас нет. Бывает, летом. Нет, не бывает. У нас мусорка нормально убирает, без проблем.